Как сообщили в Министерстве обороны Украины, военнослужащие одной из частей высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины в Добропольском районе Донецкой области отразили вооруженное нападение на важный государственный объект. Неизвестные прибыли к месту происшествия на мотоциклах. Все нападающие были в масках и имели при себе огнестрельное оружие. Подобравшись близко к охране, они открыли огонь из огнестрельного оружия по военнослужащим. В ответ воины-десантники применили стрелковое оружие. В результате перестрелки один из нападающих был ранен. Остальные были задержаны и переданы правоохранительным органам. Из украинских военнослужащих никто не пострадал.